Да, призер чемпионатов мира, так, заслуженный мастер спорта по боксу. Да. Первый раунд. Регалии, опыт. Итак, поехали. Кокляев занимает центр ринга. Артем Тарасов, прекрасно понимая, что передвижение – это то, что должно привести его к победе. Ну, смотрите, полетел вперед. Тарасов первый удар пропустил. И было видно, насколько это ошеломило Артема. Останавливает бой. К такой мощи, я думаю, он себя не готовил. Я думаю, что Артем прекрасно понимает, что ему совершенно не нужно попадать под такой мощный, именно размашистый удар в исполнении Михаила Кокляева. Поэтому он будет маневрировать, что, собственно говоря, мы и видим. Снова летит вперед Тарасов. Но заключает его в свои мощные объятия Михаил Кокляев. Тут ребра, я думаю, затрещали у Артема в этот момент. Ну, в ребра вряд ли, потому что все-таки как-то немного сверху обхватывал соперника. Пропускает навстречу. Михаил сейчас пропустил удар. Размашисто бьет Артем. Но характера Артему не занимать. Нет, согласен? Конечно. Ну, безусловно. Вот он рвется. И только огромный, мощный Курнявка смог остановить Тарасова в этом стремлении нанести урон Кокляеву. Ну, приставным шагом нарезает круги вокруг Михаила Артем. Я смотрю, у Михаила джеб получше стал после последнего его боя с Емельяненко. Да, ну там Александр, я думаю, научил Михаила тому, что к боксерской технике нужно внимательно относиться. Конечно, мышцы большие, требуют много кислорода. И первый раунд позади. Легко, быстро. Такими словами напутствовали угловые Михаила Кокляева на второй раунд. И напомню, что поединку предшествовала большая психологическая подготовка и накачка. Пропускает удары Михаил Кокляев, не забывая, кстати, все-таки уворачиваться. От третьего удара достаточно профессионально ушел. Артем вот этими перемещениями, приставным шагом усыпляет бдительность Михаила, после чего резко сокращает дистанцию и трех-четырехударные комбинации выбрасывает. Это его конек будет на протяжении всего раунда. Вот подловил своим ударом Тарасов. Конечно, удар у Кокляева. Тут очень попал Михаил. Нет. Просто потрясение. Я пока не вижу четко пропущенного удара Артема Тарасова. Но это вот тот вес. Кто-то правильно, абсолютно справедливо дал задание Михаилу давить своим весом. А теперь чтобы давайте. Артем Тарасов встал на ногах. Внимательно посмотрим, вот зачем. Кокляеву в этой паузе сейчас угловые показали работать апперкотом навстречу. Правильно. Это единственный возможный удар, потому что соперник будет подсаживаться, стараясь уйти от ударов сбоку, прямых. И апперкот лучше всего будет. Да, головой вперед летит подходит. Тарасов зачастую и открывает себя для удара откровенно снизу. Откровенно головой идет вперед и пропускает.
Вот сейчас пропускает Артем Тарасов. Удары от Михаила Кокляева. Повторы второго раунда. Левый сбоку дошел до цели. Ну а дальше акцентированных ударов не было. По крайней мере в этом размене, который мы сейчас с вами видим. Здесь серия нырков, уклонов. Ну что ж, посмотрим все-таки, третий будет ли раунд. Апперкот в исполнении Михаила Кокляева. Кстати, я подслушал сейчас, что говорили в углу Артема Тарасова. Такая серия из трех ударов в оконцовке, где он нанесет боковой слева. Посмотрим, сможет ли он выполнить эту серию. Михаилу очень мешает то, что он раз за разом охотится за головой Тарасова. Корпус спрятать гораздо сложнее. Если бы... В общем-то, надо бить по корпусу на самом деле. Когда соперник так активно двигается, голову поймать его достаточно сложно. Нагружает шею затянут, Тарасова, да. Кокляев. Но, тем не менее, уже затянутый, более затянутый удар у Михаила Кокляева стал таким ударом. И попадание навстречу. Неприятно. Размашисто. Размен. Полетел вперед. Нет, Кокляев. Все-таки но и вынужден был спасаться бегством. Увернуться, да. Но что делать? Да видно, что Артему тяжело. Один Артем из ударов Тарасов. Пропущенных пришелся в область туловища. И снова всем весом Кокляев давит на Артема Тарасова. И снова, и снова. Да, но согласитесь, апперкот прямо просится навстречу справа. Просится, но он не наносит его почему-то. Все-таки будет. Попал Кокляев, попал Тарасов. Вот все-таки в оконцовке был апперкот. В общем-то, лицезреем размашистые удары. В результате приходится практически спасаться Артему Тарасову. И вот этот вот концовка боя, где соперники нанесли такие друг другу удары. На коротке пропустил Кокляев и размашистый такой апперкот. Полусбоку, что ли. Дамы и господа, заключительный раунд боя. Давайте поддержим Исо! По-моему, оба устали. Но Тарасов выполняет задачу по движению. Бьет на коротке и смотрите. Все-таки попадает. Но этот удар уже затянутый. Он не наносит сколько-нибудь весомого урона Михаилу Кокляеву. На встречных курсах столкнулись ударами. Подкашиваются ноги Тарасова. Ну, немного так явно это делает Михаил, что, в принципе, может заслужить и левый, правый, оба удара
достает до Тарасова. Выжидательная история. На самом деле зря. Вот так ждать нельзя. Сталкиваются соперники. Да, пока же мы видим следующую картину. Удары Артема Тарасова не в состоянии потрясти Михаила Кокляева, а Кокляев никак не может как следует попасть. Ну, попасть по столь движущему сопернику достаточно сложно. В особенности Михаилу. Все-таки вот он пропустил навстречу Кокляев и снова обхватывает Артема Тарасова. Итак, последние такой секунды. Непрофессиональный обхват, конечно, но что делать? Серия от Тарасова в концовке раунда. И звучит гонг. Бой окончен.